День города в этом году сменил свою локацию. С Советской площади все мероприятия перенеслись в парк имени Пушкина. Зато площадок гораздо больше. На любой вкус и возраст можно найти развлечения. Выйдем на улицу всем, сколько есть, и за душевную песню зависть. Пусть из кладушки не в лад и не в так, но не по нотам, а так. Душевные песни горожане могли слушать, не отрываясь от праздничных трапез. Так получилось, что посадочные места организовали возле каждой концертной площадки. И вообще в этом году на каждом квадратном метре парка были развлечения. Дети рисовали на воздушных шариках. Лисичек, деревья, пейзажи родного города. Но и взрослые не оставались в стороне от детских развлечений и рисовали свое. Это ротик такой красивый, бантик такой. Ну, давай, пошли. Накачанный рот, нос тоже хороший. В День города для тех, кому не хватает душевного тепла, есть тоже специальная акция. Разрешите вас обнять. Молодые девушки никому не отказывают в теплоте и объятиях. С двумя сразу. Оп. А ты что не обнимался? Что не Девчонки, все так могут, да? Да, нормально. Счастливого дня. Пожалуй, в этот день города парк имени Пушкина побил все рекорды по количеству посетителей. Традиционные катания на качелях-каруселях, танцы, просто прогулки. Самые любимые, ставшие уже традиционными музыкальные шоу и фестивали, прошли на летней эстраде. И многие зрители сошлись во мнении. Наблюдать за любимыми артистами сидя гораздо удобнее. Праздник народного творчества «Играй гармонь» собрал аудиторию в возрасте. Многие пришли специально, чтобы послушать частушки, народные песни и поздравить любимый город с праздником. Всем с праздником всех! Здоровья, счастья, удачи в жизни! Всего-всего хорошего! С днем города! Что я могу еще сказать? Все прекрасно. Прям прекрасно, больше нет слов. Хочу поздравить всех с днем города, пожелать всего самого хорошего, чтобы наш город процветал. Приезжайте к нам в Саранск. Любимое горожанами шоу «Хор Тайм» заметно подняло настроение посетителям парка. Зрелищно, ярко, звучно. Хотя и на небольшой площадке прошел этот день города. Светлана Лашина, Григорий Денисов. Наши новости.